Всем привет! С вами Мекромас. Вы в моей ленивой кухне. И сегодня мы с вами попробуем сделать такое праздничное блюдо, веселое, очень красиво выглядящее. Называется на грибочки. Что нам понадобится? Для начала, конечно же, шапочки от шампиньонов. Как видите, я только удалил их ножки. Больше ничего не делал, еще помыл. Также нам понадобится соль, оливковое масло, фарш и сыр. Начинаем делать сами как бы грибочки. Сначала нам надо сделать для них ножки. Берем кусочек фарша, из него делаем вот такое как бы. И в это помещаем кусочек сыра. Обвертываем. Хорошо закрываем сыр, да, и делаем вот такую ножечку. И сейчас минутку, пока я ее отложу в сторону. В форму заливаем немножко масла, его, как видите, щеточкой размазываем, да. Вот одну ножку сделали и ставим ее, как видите, в противень, смазанный маслом. Мы уже сделали вот 10 ножек, теперь берем головку гриба. Немножко ее солим изнутри, да, и вот так вот надеваем на ножку. Тогда берем кисточку, чуток масла мажем, да, и опять чуть-чуть солим. Теперь всю эту красоту отправляем в разогретую до 200 градусов в духовку на 40 минут. Ну вот, как видите, наши грибочки готовы. Такая вот у нас красота получилась. Всем вам удачки, здоровечка, делайте, готовьте, пробуйте вкусняшки. И, конечно же, всем вам хороших, красивых праздников, удачи, особенно в новом году, чтобы он принес вам много света, радости. А теперь пока-пока. Увидимся на других видео.